Всем привет! Давайте рассмотрим двойную педаль Maxton TFL28XN. Это кардан с одиночным цепным приводом. Колотушки фетровые, цилиндрические. Длина регулируется. Угол наклона колотушки меняется вместе с высотой футборда. Футборд массивный, поверхность ребристая. Футстоппер не даст соскользнуть стопе во время игры. Пружина двойная, ее натяжение регулируется. Ведущая педаль на спицах, что облегчает общий вес, ведомая на платформе для дополнительной устойчивости. Выдвижные шипы зафиксируют кардан на любой поверхности. Кардан можно использовать как две полноценные одиночные педали. С басовым барабаном кардан соединяется при помощи крепления с барашковой гайкой. Длина вала варьируется по вашему усмотрению. Кардан Maxton TFL28XN недорогой и функциональный.